Перетягивание канату и футбол. Роботы стали головными удельниками спаборництва. У Гомелі прошел другий этап Кубка по адукационной робототехнице. Поспробовать свои силы мог любой желающий. Головная умова – наявность разумной машины. За баталиями роботов сочила Марина Васильева. Другий этап Кубка перенял эстафету с Бреста. Удельникам пропонуется 16 разных видов спаборництва. Узростовых обмежований у няма. Сярод тех, кто выказал жадание поудельничать, дети из разных кутков Украины. Главное, что их объединяет, цікавость до машин будущего. Робототехникой я увлекаюсь с 5 класса. Ну, это, во-первых, интересно, и можно собирать разные модели и думать, свои какие-то проекты придумывать. Это, ну, для меня, чтобы в дальнейшем, чтобы было легче поступать в престижный университет. И, ну, это вообще, в принципе, интересно, и за роботами будущее. Самые молодшие повинны собрать робота и продемонстрировать его у працы. Цікаво отзначить, что сярод удельников сустракаются и девчаты. Я стала увлекаться роботами, потому что мне понравилось то, что, ну, в общем, меня это вдохновило в том, чтобы я стремилась к чему-то. Все время мне хотелось только думать о том, что победа – это не главное, но главное – это участие. Но всякие соревнования проходили очень редко. Кружки стали редкостью для меня. А так, робототехника – это просто мое второе хобби. Роботы летают, гуляют в футбол, сами ориентуются в просторы и выбирают шлях. А за всем этим разумные дети. Дорослые всеми намаганиями помогают им раскрыть свой потенциал, накировать в будущую. Показать ребятам, которые увлечены робототехникой, о том, что у нас в Гомеле, в Гомельском университете, на факультете, они дальше смогут продолжить обучение на нашем факультете и изучать робототехнику, схемотехнику, системы и сети. Получить инженерное достойное образование. Это первое. Второе, это, конечно же, это популяризация самой робототехники у нас. Для того, чтобы ребята были увлечены, отвлечь их от каких-то, может быть, ненужных занятий, а увлечь их полезным, нужным делом, которое им в будущем очень даже пригодится. На этих спаборництвах своя неповторная атмосфера. Усе захоплены поспехами своих роботов, и каждый нацеленный на лепший выник. Дух соперничества, вот такой конкурентной борьбы, это главное. Главное показать, что он от предыдущего этапа прошел месяц, что он за этот месяц, он не просто так его провел. Он видел, где он может улучшиться, он генерировал какие-то идеи, и сейчас он их воплощает в жизнь и проверяет, насколько они состоятельны. Поэтому, ну, мне кажется, что вот они ради этого, ну, я хочу в это верить, что они ради этого сюда приезжают. Молодь, як ніхто інший, добра адчуваю уплыв часу. И, махчыма, робячи ставку на робота, яны выбираюць будучыню. Марина Васильева, Василий Сипцов, телерадио компания «Гомель».